Ребят, плюшки для данного ролика приобретаю в магазине по помощи с донатом в Империи Пазлов Donatello AP. Перепробовал много магазинов, ребят. Остановился именно тут. Вежливо, позитивно и всегда приходящая на помощь администрация магазина. Тут мой уровень призывов в игре вырос кратно. Я бы переименовал бы, ребята, этот магазин в название «Фартовый». Скажу даже больше, если бы тут продавали бы лотерею, я бы жил бы в трешке в центре Москвы, ребят. Ссылку на магазин оставляю под роликом в описании, ребята. Пользуйтесь, ребята, не пожалеете. Всех обнял, поехали. Ребятки, всем привет. Всем доброго времени суток. Ой, короче, только-только очнулся, ребята. Ой, погулял, короче, ночью. Ой, башка моя. Ой. Дети разбудили. Короче, папу надо тапочки отбить. Это обязательно, это святое в любом состоянии. Короче, я вот не ношусь тапочков на войне, ребятки. Вар подъехал. Пойдемте посмотрим, что к чему и почему. Я для вас быстренько пойду это вертушки помахаю, как обычно. Как обычно. И пойду в душ холодный, короче, принимать. Так, ребятки, ну что, всем хорошего воскресного дня. У кого-то вечер, не знаю, ребят, у кого-то ночь. Ну, неважно. Надеюсь, все выходные хорошо провели. Сейчас надо отлежаться в воскресенье, пропукать в одеяло, там, в матрас. Ой, короче, набраться сил перед очередной рабочей неделей, ребят. Ну что, непосредственно пойдемте поглядим, что там у нас за соперники. Так, война. Война, где она? Ага, война. Так, ребятки, смотрите. Войнушка. Архонты Империи, 1859 очков. Так, 103 тапка. И вот, ребята, немцы, походу, какие-то. Но немцы 3748, у них 56 тапков. Короче, я даже не знаю, вроде бы как пока что, ну, в среднем, я так понимаю, что пока ровно идем, да? Ну, если тапки откидать еще всем. Пойдемте, у меня 6 тапков, ребята, покомментирую, попробую, как обычно, чтобы весело всем было. Пошотаем, наверное, кого-нибудь. Пойдемте глянем, что там. Ой, а тут, смотрю, немного-то и народу осталось. Ну, вот такие ребятки, тут все серьезные. 6-4. Ой, господи, опять начинается цирк. Вот как опять это? Что делать-то опять? Ой, голова еще больше заболит, короче. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Ну, осталось 3 тела, по-любому их надо... Ой, подожди, по-любому их надо шотать. Ну, как это делать, ребят, я не знаю. Ой, дурдом, идрит Мадрид. И что делать? Ой, блин. Давайте сюда поедем. Так, что там у него? Блин, а как мне его брать-то? Каким тапком-то? Ой, господи помилуй. Так, ну давайте я, наверное, проеду здесь. Наверное, я проеду здесь с зеленым тапком. Попробуем. Бог с ним, давайте с зеленым тапком. Зеленый тапочек. Поехали, мой зеленый тапок. Ребятки, тапки вы все мои знаете. Ничего не поменялось особо. Такие, я скажу вам, тапки. Так, единственное, что может быть, Кэтмана взять вместо Арчи. Не, Арчи, наверное, пригодится. Ладно, ставлю такой. Не буду Кэтмана брать. Так, тут у нас что? Сюда 10-й отряд суну. Поменять. Ну что, ребятки, вот такой тапок, вот такой тапочек, вот такой вражина. Ребят, разобьюсь так разобьюсь, не знаю. У нас еще что там, атакующая команда? А, у нас же еще это, режим-то какой? Забыл, как называется, боевое равенство. Господи, не забыть еще бы, а. Ну что, ребятки, поехали, попробуем, что, будь что будет. Боевое равенство, это получается раз в 3 хода, там все эти, да, бафы, дебафы сползают. Понятно, понятно. Ну, попробуем. Так, зеленый камень есть, удивительно. Ну-ка, давайте вот так попробую. О, кристалл, да? Давайте кристалл зеленый. Стоп. Ой, так, надо, наверное, попытаться... Что бы сделать-то такое гадкое-то, погоди. Давайте так прокину. Ой, только не надо комбить там, пожалуйста. Вот не надо, не надо. Окей. Ну, поехали. Стопе, стопе. Давайте вот с этого начнем. Раз, два, три. Бам-бам. Давайте в него же раз и взорвемся.
Отлично, отлично, камушек радует меня. Стоп, стоп, друг мой, стоп, наркотик наркоману, стоп. Глупенький, глупенький Педро. Он ослеп. Давай так, так сделаем, ребятки, оба. Сможем? Смогем? Так, давайте здесь испытаем удачу. Ну, так, зеленый подошел. Окей. Ой, хорошо-то как, а? Боевое равенство сейчас будет. Ну, у меня мечи висят, мне насрано. Давай. Ага, добрый вечер. Так, ну давайте завершать этот бой. Удивительно, что мне зашел камень. Удивительно, ребят. Вот такой тапочек первый пошел. Фух, едем дальше. Полет нормальный. 60 очков, как с куста. Вы видали? Такс. Ой, господи. Ой. Так, этот сколько? Кто здесь? Я не знаю, чем это бить. Ну, это можно попробовать синим тапком. Ребят, ничего страшного. Разобьюсь, да разобьюсь. Так, там синим тапком попробовать можно. Так, тут сколько? Они одинаковые, блин, они такие монстры. Короче, давайте попробуем вот сюда, ребят. Единственное, с синим тапком пойти, либо... И, а что мне синий тапок даст? Ничего не даст. Давайте попробуем с синим тапком, бог с ним. Ой, господи, поехали. Синий тапок, синий тапок. Так, где мы там... Так, это сюда. Так, 29. Так, здесь кто? Давайте вот сюда 19 возьмем. 6 туда. Ну, вот такой тапок, ребята. Вот такой соперник. Поехали, разобьемся по-быренькому. Попытаемся, попытаем счастье. Ничего страшного, если там на него 3 тапка потратим. Что еще поделать, да? Оба. Ну, блин, хреново, мало, мало дали. Ну, давайте вот так вот подкомбим. Ага. Есть. Блин, ну давайте синий так прокину. Тихо, тихо, тихо. Так, давайте такую комбо сделаем. Ой, зря я увел синий. Ой, зря. Ай, зря-то, а. Блин, ребята. Да-да-да. Ой, что делать-то? Ну, давайте сделаю... Блин, вот так и вот так прокинем желтый. Так, синий пришел, да? Ну, если мы выживем, а что, мне кажется, навряд ли. Сейчас Тимми ударит, да? А, нет, сейчас я хожу. Давайте синий прокину. Прощайте. Кто-то... Тихо! Да стоп! Да ну нафиг! Ну хорош! Да хорош, вы чё, ребят? Ладно, давайте сделаю так. Да. Весело. Давайте синий сюда подтащим. Да не, не, ребят, тут я, конечно, просрал. Ну покусаю, покусаю, конечно. Давайте синий еще прокинем. Вот так сделаем. Погодите, давайте выйдем, наверное, чтобы они не отхилились, не? Я и так проиграю здесь. Ага. Ой-ой-ой. Не, давайте, ребята, я здесь выйду. Сбежать. Так, вот так сделаю. 10 очков, да? Теперь давайте заедем сюда. Посмотрим, что тут осталось. Зеленого можно снять. Чем? Красным тапком. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну давайте. Поехали, красный тапок, бог с ним. Что делать, ребят? Делать-то особо нечего, что придумать, да? Так, давайте. Так сделаем, сделаем, так сделаем, так сделаем, так. И сюда мы поставим, наверное... А давайте я поставлю сюда... Ниндзю возьму, потому что брать Рея... Там все равно боевое равенство, так что... Он, наверное, будет неуместен. Вот такой тапок, ребят. Так, о, отлично. Вот такой враг
Поехали, еще раз попробуем. Что делать? Придется разбиваться, что? Ой, господи. Давайте. Блин, ну что вы издеваетесь надо мной, а? Ну с утра пораньше. Ой, господи. Ой, блин, ну это издевательство полное. Я не знаю. Я, короче, буду взрываться тут это. Не зашло. Не зашло, ребят. Да, да, да. Это тапок в ноль. Я точно думаю, в ноль. Сейчас я вот так сделаю. Троечку красную. Ага. Ну, стой, стой. Боевое равенство. Раз. Так, ребят, давайте кристалл. Ой-ой-ой, комбятина. Так, помер кто-то, да? Ну что, ребят, взрываемся. Будь что будет. Я не буду тут сейчас думать. Да, блин, никто, и камень-то не пришел. Вы что, издеваетесь, что ли? Взорвался, на. Ладно, сейчас придется еще ехать сюда восьмым тапком. Да хорош, хорош, хорош. Все. Давайте еще троечку красную. Раз. Ну все, мы отъезжаем. Да пошел ты, а. Ай, мамочка. Да бог с ним. Два очка, насрать. Едем дальше. Хорошо, хорошо, ребята. Делать нечего. Сами все видите. Делать нечего. Тут надо брать сейчас такое все. Так, давайте сюда 29-й отряд. 29-й сюда вот так сделаем. Вот так, ребятки, вот такой враг. Поехали. Что, очередной тапок? Бог с ним, бог с ним. Делать нечего особо. 4 тапка, значит 4. 5, значит 5. Вы все сами видите просто, что мне тут придумывать. Вот так сделаю. Ага. Хорошо. Такс. Фиолетовый так, может, подтащим. Ну что за издевательство-то надо мной, а? И что? Так, смотрим. Ой, давайте так. Так, боевое равенство, да? Давайте вот... Да пошла ты, а! Так, погоди, давайте я вот так вот сделаю. Да отвали ты, а! Ой, так, давайте взорву здесь. Да. Короче, померли мы опять, померли. Так, ну ладно, бог с ним. Ничего страшного. По подсказке давайте. Конечно, конечно. Да я уже не переживаю. Тут я тоже слил уже. Короче, психанул, короче, да? Ладно, бывает что. Ничего страшного, ребята. Ну камня нет, ну просто его нет. Его просто нет. Что делать? Все, тут все померли, короче, едем дальше, ребят. Можно выходить. Можно выходить. Да, 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 давай, эрлок еще. Все, нормально. Помирайте быстрее уже, уже не хочется даже тут ничего делать. Так, давайте сюда тройку. Ага. Сейчас там полечится. Да, 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 конечно, конечно. Опа, опа. Да, да, да. Да, да, да. Поехали. Раз, два. Так сделаем. Так. Да, издевается эта игра надо мной, короче. Ой, господи. Да, 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 да. Так, откуда вытащить-то можно? Хоть что-то. Давайте здесь попробуем. Так, еще тройка, да? Фиолетовая троечка. Ну, давайте. Так, ну, давайте попробуем. Попробуем еще прокинуть тройку. А у меня никто не зарядится все равно. Так, ниндзя помер. Давайте так сделаем. Ой, зачем? Ладно, не будем вот это тянуть. Тянуть не будем. Все, поехали дальше. Едем крайним еще тапком сюда.
Ничего страшного. Давай, полет нормальный. Еще два тапка. Ой, мама. Все, короче. Берем желтый тапок. Вот такой тапок. Поехали. Так, с 29. Сюда 19. Погнали. Такой соперник прикольный. Вот такой дядя Вова прикольный. Насрать. Делать нечего. Единственный враг, а тапки скинуть надо. Такс, давай так скинем. Да вы что? Да вы что? Вы что, желтый дали камень мне? Вы ничего не попутали? Вы дали мне желтый камень? Оба! Вы дадите мне выиграть эту игру? Так, погодите. Спасибо, родные. Спасибо вам. Давай так, взорвемся. Ага. Ой, добрые люди, а. Ой, спасибо вам. Дай бог вам здоровья. Давайте. Или я еще не выиграл? А тут, да, непонятно еще, да, ребят? Тут еще непонятно. Ладно, давайте. Тихо. Дайте я выстрелю. Айда. Так. Тут еще не вилами писано, ребят. Сейчас он меня еще и накурит, слышите? Стоп. Давайте так взорвемся. Окей. Где желтый тут можно взять, а, ребят? Так, так, чтобы не заряжать-то его. Давайте здесь. Ага, желтый подошел. Давайте вот такой ход сделаем. Не знаю, хитрый, не хитрый. Ой, страшное дело. Зарядились? Ага, конечно. Давайте здесь желтый поищем. Отлично, еще желтый пришел, да? Сейчас его так подтащим. Так, стопы. Только не заряжайте мне его. Так, вот так. Аккуратненько. Тихо. Ага, не заряжай ты мне его. Да, блин, издевается, короче, игра надо мной. Давай такс. Опа. Ну-ка. Алло. Он еще спрятался. Ладно, давайте так. Пусть он там стоит пока. Ой, так, желтый пришел, отлично. Сейчас добьем, ребят. Сейчас добьем. Там у него сколько? А он себя еще хилит, да? Быстро, ребята. Быстро ищем. Желтый ищем. Так, а что я творю? Давайте так. Ну-ка. Один желтый хватит мне зарядить? Стоп. Отлично. Так, ну что, как он там? Юкенхаймин или кто он там? Ну-ка. Сейчас-то ты сдохнешь. Раз. Вау. Ребята. Я сделал это. Все нормально, ребята, я сделал это. Сколько я там потратил на него? Раз, два, три. С четвертого раза я, в принципе, его забрал. Нормально. Так, ну у меня, ребят, остался тапок. Вот, чтобы... У меня тапок остался. Чтобы вот такого только забрать. Все, зеленого. 99 очков. Как раз я его и заберу. Смотрите. Раз. У меня больше не осталось тапков. Никого не осталось. Два. Чтобы не проиграть, сделаю так. С 3. Давайте сюда 4 и 5. Сможем так забрать-то хоть? Надеюсь, что да. А тут что поставить? А давайте сюда вот так поставлю. Окей. Вот такой соперник, ребята. Могу еще не осилить. Могу еще не осилить. Крайний тапок, ребят. Поехали. Попробуем. Потому что, ну, это слабый тапок, я даже не хочу суваться туда, ребят. Лучше потрачу его, вот, ребятам помогу, вот, смотрите, ну-ка. Ой. Ну-ка, еще раз. Ой. Так, страшно, что-то страшное творится, ну-ка. Ой, подождите, синего нет, фиолетовый есть, ну-ка так вот попробую, ну-ка. Зеленый. Вау! Я одолел его. Сколько дали? 24. Шикарно, ребят, все. Вот такая войнушка, ребят, веселая, конечно. Ну, блин, голова болит с ума сойти, ребят. Сколько там у меня хоть очков-то? Дали мне хоть очков-то немножко. 150, как с куста. Но я зато, ребят,
Я помог людям. Я забрал одного поросенка, да? И забрал добив. Чё? Чисто здоровье. Ладно, ребятки, не буду вам мозги тут это компостировать. Сама башка болит, да не хочу вас заражать, ребят. Ну что вам хочу, ребятки, сказать? Вот такой вар, ребятки. Вот такие дядя Вовин тапки. Хорошие вам, ребятки. Отдохните сегодня, воскресенье. Отлежитесь, побалдейте. Ну, кто-то, может быть, это и по шопе сегодня сходит. Ребятки, я лично буду сегодня отдыхать, набираться силы на предстоящую рабочую неделю, ребят. Вам желаю всем здоровья, ребятки, вашим родным, близким, любимым вам людям. Всего самого наилучшего, ребятки. Мира небо над головой. Всех обнял. Всем пока-пока.